ВК-знакомство – это как судьба, только приложение, где уже больше 2 миллионов пользователей и умный поиск по интересам. Совместимость с Козерогом, конечно, круто, но мэтч по котикам – это любовь. ВК-знакомство. Всем привет, меня зовут Яна, и вы на моем YouTube-канале. Сегодня я в окружении прекрасных мужчин, и мы снимаем прекрасный челлендж, который я украла у Клик-Клака. Это вторая часть. Кто последний уберет свою голову, тот и победил. Ну что, давайте познакомимся с нашими участниками. Алексей Столяров, гора мышц. Страшно от того, что руками нельзя закрыть лицо, вот это вот нельзя сделать, нельзя оттолкнуть что-нибудь. Я уверен, что у Яны тут может быть все, что угодно. Надеюсь, метеорит не упадет и динозавр не появится, хотя все может быть. Макс, оператор шикарный. Вообще боюсь мышей, потому что они быстрые, непредсказуемые. Суперстример Никита Сударь. Сударёчный! Больше всего, на самом деле, я переживаю, что будут насекомые гады. Мой парень Егор. Я больше всего боюсь, но если одноклассники вот так в круг соберутся, будут меня унижать. Да в целом, как бы, я был в Вьетнаме, в Таиланде, в джунглях. Ну, как бы, я уже ко всему привык. Прекрасный молодой человек Андрей, очень талантливый, креативный парнишка. Если не будет собак, мне кажется, можно себя убедить и не бояться там тараканов. И, конечно же, Санечек-монтажник. Господи, посмотрите. Боюсь больше всего. Я вчера смотрел «Кинг-Конга». Я боюсь «Кинг-Конга». Я понял, что если бы я встретил в реальной жизни, я бы очень испугался. Всех больших гигантских животных боюсь. Сегодня есть выигрыш. Он составляет не 100 тысяч, не 200, не лям, а всего лишь... 3 миллиона! 50 тысяч рублей. Ребят, за лям я бы здесь вот так голову убил. Дай спойлер, что будет страшно? Ну, первое вообще не страшно. Жалко Габара нет, я бы его обоссал. Так, все, напиздись. Почему она такая арбузер стала? Яна, почему-то это наш Габар в юбке стал. Респекты, это игры Габара. И у нас первый раунд. Заносите. Чего? Уйди. Оно пищит. Нет! Оно пищит. Мыши, я сразу сдаюсь. Не пойдите, гиптожаба! Вы... А что делать? Смотрите. Иди в пизду. Не надо, вперед, не надо. Не надо, ты... Иди сюда. Сейчас ярко пристрелка на лицо мне запрыгнула. Харкните в нее, харкните. Ты что делаешь? Прыгай! Я видел ее. Можно нахуй первый раунд закончить? Мы вроде посидели. А можешь что? Так близко! Блин, ну очень... А вдруг это принцесса? Иди от меня! А вдруг это принцесса? Ой. Да не, она смотрит прямо на меня. Ну правильно, смотри в глаза. Да ты мне не нравишься. Бля, почему она такая толстая? Саня, делай сигму. Я ебал вам набью полстена, сказал. Можно ее убрать по центру, поставить? Блин! Ладно, она уже сама решилась. Сейчас прыгнет еще на меня. Давайте мы ее уберем. У нее, кстати, волосатое лицо. Такая красивая, хорошая жабулечка. Хочешь поцеловать? А ее можно целовать? Можно. Иди ко мне, лицо. Только она меня может укусить так. Нет, она не укусает. У нее же зубов нет. Что он сделал? Ну, жаба мне не понравилась. Не понравилась, да? Но она прикольно смотрелась, да? Ну, хуй, какая-то она, блядь, она такая красивая. Но я бы ее точно не целовал. Итак, второй раунд. Я, если честно, уже забыла, что там. А ты можешь сказать, второй раунд начинается? Второй раунд начинается. А ближе ко мне поставь. А что там за листья? Давай, там что-то, там три. Ух, ебать! Это пиз... Не ко мне, не ко мне! Что это? Да не дуй! Это ёб... пиз... Стой, я пиз... Ян, ты неадекват! Ты неадекват! Это ко мне, блядь! Нет! Яна! Пожалуйста, Яна! Там их меньше! Яна! О, не дуй! Да не дуй, Макс! Блядь, какого х... Они сидят, твой мужик сидит без скалопендры! Да! Яна! Яна! Вопрос! Убери его! Яна! Ищите! Откуда ко мне? Кто это? И всякий. Куда так близко? Кто? И палочник! Тихо, не орите! Я не знаю! В моем детстве не было палочника! Куда так близко? Посмотрите, возле того! Оно обосралось! Оля, блядь, несет вниз! Да блядь! Да ну ты! Убери его! Убери его, да! Убери его, сука! Нет!
Да, мы в каком-то фильме ужасов. Дай кепку. Ну, уберите, ну хватит же уже все. Ты можешь сам убрать голову и все. На меня заполз уже. Да убери ты его. Да пошел вас на меня. Яна, убери моего, я тебя умоляю. Ты ко мне ползешь, я его очень подразумеваю. Яна, он прицепился, но... Нет, нет, нет! Куда ты его, блядь? Я сама их боюсь! Смотри! Они с моей кепки, сука! Есть с моей кепки, не на моей кепке! Ребята, ну слушайте, по-моему, мы выдержали. Можно заканчивать раунд, нет? Все, убираем, убираем! У них ни у кого не было ни одной этой штуки! У меня, на меня сел. У тебя было, у них не было! Ребят, подпишитесь на канал Я Яны, пожалуйста. Мы все идем к 3 миллионам. Ребята, а вы видели, как я перевоплощалась в Барби? Я снимала видео, где меняла образы из разных фильмов. Но прикол в том, что Барби я тогда еще не смотрела. И вот только на днях мы с ребятами его глянули. Крутая история и снята просто отпадно. Мне настолько зашел этот фильм, что я нашла в интернете огромную статью про все секреты и пасхалки в фильме. В моменте я захотела удивить друзей, но времени читать всю статью попросту не было. У меня на это ушло бы полчаса минимум. И тут на помощь пришла нейросеть от Яндекса. Всю статью я прочитала за минуту. Спросите, как? А все благодаря краткому пересказу. В Яндекс.Браузере появился нейросеть пересказ статей. Вы просто находите статью в интернете, нажимаете кнопку «Пересказать кратко», и Яндекс.GPT обобщит главную мысль материала в тезисах. Это очень удобно. Прочтение этих тезисов займет около 30-60 секунд. И даже можно ими поделиться с друзьями. Я считаю, что эта возможность идеально подойдет для тех, кто учится. Эта функция мне очень понравилась, поэтому ссылка будет в описании. Переходи. Ну что, ребят? Сейчас у нас интерактив. У меня в руках бутылочка, я ее кручу. Классно. Я ни с кем целоваться не буду. Сейчас на кого выпадет, на того оденут куб с вонючими неприятными темами. И нужно будет претерпеть, не проблеваться. Но я не думаю, что там что-то вонючее. Сюрстреминга там точно нет. Столяров. Леша Столяров. Лешенька. Он говорил, я же пошутил между раундами. Что там? Ну, да не, оно терпимо. Да, сложно мой рот. Че это такое? Что? О, рыба, фу. У меня вот сегодня свидание. Мы это тоже сейчас чувствуем. Все, закрываем. Леш, главное не рыпайся. Блин, мне так нравится, как Яна работает тут нахуй. А Леша упадет. Особо она меня не переживает, блин. А сколько еще держаться? Леш, мне кажется, вот там сзади оно не первой свежести далеко. И рыбка тоже, мне кажется, она. Понюхай ее поближе. Может, ты издеваешься, но реально подкатывает. Ну, вообще, мы можем выпустить следующее животное. Не, а ты меня выпустишь отсюда? Нет, ты будешь в коробке. Давайте, тогда. Да. Давайте. Давайте. Давайте, да? Блин, ну это ему повезло, получается. Чувак, я не уверен, я запотеваю тут от запаха уже. Дальше, дальше. Нет, не здесь. Дальше, вот туда, посередине. Стойте, не открывайте пока. Дайте, пожалуйста, собраться. Подождите, стойте, стойте, стойте. А что там, блин? Давайте так, что в черном ящике? Мне кажется, мы человек-паук. Может, он ближе подойдет? А может сразу побежать на меня? Да. Блять, как мне плохо, но... Блять! Тихо-тихо, не пугайте! Нифига себе! Очень резкие, я знаю. Они очень резкие. Они хватают еще очень неприятно. Очень больно. Это Скрабс, мистер Краб. Сейчас они привыкнут и побегут. Я вчера вами ужинал. Так, крабики. Они выбрали отсюда. Уйди от меня! Стой! Куда? Идуй! Андрюк, не трогай, я сейчас дома, он от тебя пойдет. Нет, иду в ту сторону, дуй. Туда дуй. Уйди! Нет! Он сейчас на меня пойдет! Егор, держись, Егор, держись, мама! А почему их три? Все, дуть нельзя! Дуть нельзя, дуть нельзя! Мамочка, все, я слетаю, нахер! Все, все, пофиг, пофиг на 50к, окей! Он щипнулся? Нет. О, на Леху, все на Лехе! Гора, выгони! Вылетел, выгоните его! Андрюк, Андрюк, не шевелись! Где? Он под тобой! Где? Под тобой! Ну, подо мной убрать надо! Возле ж... моей! Ой, это мои ж... Ай, сука! Вот это ж нечестно, нахуй! Объясните, какого хуя я страдаю? Я уже пострадал с этим! Да, блядь, смотрите, куда он ползет! О, Санек! Посмотри, мужик! Сань, посмотри! Мужик, Санек, мужик! Саня, посмотри!
Саш, посмотри на него, на его милые смешные глазки. Глазки милые? Он шипит, ты слышишь? Он быкует. Он шипит на тебя, он хочет тебя съесть. Саня бир познал. Саня, не двигайся. Самое главное, не двигайся. Саня, есть вьетнамские флешбеки? Ладно, ребят, я думаю, надо заканчивать и убирать этих животных. Можете убрать, а то у него сейчас приступ. Ну, крабы, но это как пауки, по факту. Они очень похожи на пауков, у них вот эти, вот знаете, я понял, меня клешни эти пугают. Вот эти вот большие, вот они меня пугают. Я все время думаю, что они схватятся, и потом их никто не вытащит. Поэтому вот их, я понял, что мне страшно было. Поэтому я слился. Я очень рада, что хоть кто-то вылетел, потому что я думала, все, мужики, реально мужики. Ну, скажите, вам крабы понравились? Офигенно. Нет? Саша, ты как? Я видела, ты прям замер. Ты прям двигался. Ну, когда он здесь, да, мне прям страшно стало. Ага. Следующий раунд будет с усложнением. Вам всем сейчас закроют глаза. Нет. Это самое жесткое. Стой, давай договоримся. Здесь не только клаустрофобия, тут еще боязнь замкнутых пространств. Саня, ты хороший, блядь. Саня, давай держи. Сейчас тебя. Нет, это не будет. Нет. А всем палец в жопу засунули. Ну, конечно, я просто хотел схитрить, потому что, ну, реально страшно. Есть мандраж? Конечно, есть. Ведут. Ведут, блядь. Кого ведут? Егора, уберите! Егор. Что ведут? Все, я ухожу, мужики, я ухожу, ну? Почему ведут? Тихо, тихо. А шуметь можно? Там кто-то большой, пацаны. Все, ребят, идите. Я пошел. Что? Все, мне страшно, я пошел. Реально? Да. Я пошел. Только не пали сейчас, что хорошо. Ты увидишь. Можешь сидеть только молча. А можно в этот раз с стороны? Ну ты, конечно, блядь. Ты слетел! Мне страшно, блядь. Когда ты смотришь, вот ты без глаз, тебе кажется, что это варан, лев, кто угодно. Лев, ты уже посмотрел что-то? Ребят, я могу сказать, 50 тысяч это не стоит того. В смысле? Начинается. Начинается. Блядь, там что-то большое идет. Можешь? Что это? Что это? Блядь. Собака, Ты сказал! Кто это, блядь? Она же голову может откусить. Нет, она же поспит. Целуй сюда, целуй. Мужики, вы просто... Мужики, только не агрессируйте на нее, она же убьет нас. Не, ребят, я считаю, что страх... Все, ладно. Глаза вот эти вот закрытые, когда ты ничего не видишь, играют с тобой злую шутку. Конечно, когда открыл глаза и увидел собачку, вот эту вот супер добрую, позитивную Дейзи, ты думаешь, господи, ну как ты мог ее испугаться? Я прям почувствовал, что бежит Годзилла какая-то. Ну и я в мгновение понял, что это собака. Я даже не снял маску, я просто вот так вынырнул из этих лунок и со всей скорости побежал, куда глаза не глядят. Иди сюда скорей. Кто хороший? Ты такой классный. Чего я радость? Закрытыми глазами стремновато, да, было вначале? Конечно. Ладно, я думаю, можно заканчивать. Конечно. Да, конечно. А можно посмотреть? Конечно. Тима, а что вы заорали сразу, собак, А ты тоже вылетел? Да. Ребят, официально дико извиняемся. Обосрались. Правда, обосрались. Вы понимаете, что здесь милейшая собака выбила двоих. Один испугался просто от того, что началось нагнетение с нашей и с Егора стороны. Я Егора подговорила, чтобы он говорил: «О боже, что же там идет?» Ты просто сразу вылетел. Этот вылетел, когда услышал, как она просто тут пробежала. А как ему понять, что она милейшая? Ну да. Поклопаем Дейзи. Ты моя хорошая, ты посмотри. Хоть меня и выгнали, но я не перестаю удивлять. Поэтому я специально нагнал страха в моменте, когда пришла собака. Ты, клещара — это клещара. Он как бы контент-мейкер, и он здесь наконтентил так, что, ну, я просто подумал, ну нафиг. Я не то чтобы хотел очень сильно выиграть, ну, я всегда везде проигрываю, я хотел показать себя и дойти хотя бы до финала. И эта собака, я ее ненавижу. Ну что, ребят, вы остались втроем, я этого не ожидала, потому что впереди еще куча, просто куча раундов. Как-то я ожидала от вас большего, тем более все вначале кричали: «Я за Балтос, тут буду до последнего!» Причем те, кто кричал и ушел. Да-да-да. Я за базар отвечаю. Сейчас будет серьезный раунд. Заносите! Крокодил. Если это вообще можно как-то крокодил занести сюда. Это баран. Это баран? Это баран. А скажите, что нельзя делать? Его не сдуешь, но язык лучше не высовывай. Язык не высовываем. А нос? У меня длинный нос. Сань, не двигайся. Не двигайся. Ухо береги, ухо береги. Саш, не страшно? Смотри.
Вот не знаю, на лице, наверное, было написано, что, ну, я умираю. Саня, а ну-ка чихни. Саша, а покажи ему язык. Я просто в моменте понял, что нужно выбрать позицию добычи. То есть я должен быть добычей. Теперь к нему, можно так же? Пожалуйста. Вам не страшно, мальчики, совсем? Вы не боитесь варана? Вы посмотрите на него, что он делает со своим языком. Макс, он сейчас тебя откусит. Он прям лапку поставил на Макса. Он сейчас мне кадык вырвет. А ты мне шевели кадыком. Ну и на Никиту. На Никита, правда, нас ничего не боится, так что поближе, можно? Будешь его целовать? Да? Что он тебе говорит? Он шипит, он шипит. Шипит? А можно снова к вот этому? Еще раз. Еще один круг почета сделай. Можно снова мордочкой? Он на меня шипел. Шипел? Он шипел на меня, прям в ухо мне. Его очень сильно разозлили. Может, хочешь убрать голову, Саш? Саш, ну можно убрать голову. Ребята тут сильнейшие остаются. Если я сейчас опушу его, что будет? Саш, я думаю, надо слиться. Да ты вот дурачок, что ты делаешь? Ты бил свое лицо. Максим. Познакомьтесь. Господи, какой же он активный, как же мне это нравится. Не, братишка. Он все-таки Саша. Не, давайте к Максу. Он к Сане хочет. Не, к Максу. Не, он не хочет ко мне. Сань, ты ему понравился. Пожалуйста, что делать? Саша, слетай, выходи. Я в шоке от Санька. Как он выдержал? Он прям вылезал. Санек для меня открылся в новом каком-то ключе. Честно, я даже не ожидала от вас такой выдержки, такой стойкости. Но сейчас у нас раунд прикольчик. Давайте снова покрутим бутылочку и испытаем удачу. Я ни с кем сосаться не буду, повторяю. Ну, это сударь. Ну, это получается я. Ну, это Никита сударь у нас. Вылетает. Вот это прикол. У тебя будут некоторые косметические процедуры. Просто сделаем из тебя более красивого парня. Статья, понимаешь, я. Какая статья? Сейчас. Сейчас я беру. Хочешь сказать запретку на Твиче? Да. Осуждаю сразу, если что. Какие косметические? Надеюсь, ты масочка просто. Мы тебе просто наклеим красивые реснички и блесточки налепим. Просто, чтобы ты красиво сидел до конца игры. У меня сегодня стресс! Ну, ты понимаешь, это же просто для красоты. Чтобы мы красиво сидели, вот так. Чего? Ну, я... Я просто хочу, чтобы ты был более привлекательным для следующих зверюшек. А прикинь, ты сейчас меня накрасишь, я вылезу такой. Ну, себя пошел. Такой, ладно, мне не нравится. Я не могу терпеть, когда блески. Я пошел на тусовку, все. Не, он как будто из какого-то племени, вот когда... Вот племя, Майя, его вот кормят. Так, с блесточками разрешили. Вопрос сейчас яснички. Зачем глазки-то? Это что, подводка? Сегодня можешь на стриме фильм «Барби» посмотреть. Или «Горбатая гора». От меня отец откажется. Он скажет, я растил сына. Девочки, записывайся на реснички. Ну-ка, покажись. Покажи красоту. А это ты попал как бы в нам салон красоты, поэтому мы тебе еще массаж головы сверху сделаем. Приятно? Ну ладно, сейчас приятно, да. На мою спину Киркорову похож. Как вам? Да, красиво? Кстати, Киркоров. Зайка моя, я твой зайчик. Зайка моя, я твой зайчик. Ух ты ж, блядь. Что там? А гусь, знаете, как в деревне в детстве щипал вас гусь? Не смотри на меня. Почему сразу все на меня смотрят? Тихо. Я не такой красивый, как тебе кажется. Меня гусь кусал. Щипал? Меня ни разу. И как? Больно. Он за нос меня ущипнул. Ему не нравится что-то здесь. Чего? Брат, прошу тебя, не надо. Только не сри в меня, блядь. Я смотрю, там глаз сатаны на меня смотрит. С детства ненавижу гусей, потому что в детстве меня кусали за нос. Гуси. Да. Вот если он резко дернется, я сразу напишу. Кому? Ко мне? Да. Почему вы меня не любите? Ты самая слабая звезда. Да я не слабая. Чего ты? Он же ничего не делал. Он уже пытался его клюнуть, я видел. Он пытался. Я просто почувствовал этот момент, что он сейчас может. А теперь я его буду пугать. Меня в детстве реально кусали, в деревне когда был, меня кусали за нос, и мой батя угорал с этого, а мне было больно. Ну что, два финалиста. Я просто смотрю на этих парней. Как, во-первых, мне смешно то, что два длинноволосых, один блондин, другой брюнет, инь и янь. Но этот раунд, я считаю, что это больше прикол, потому что вы уже видите нашего животного прекрасного. Надеюсь, он не сломает стол. Если он положит яйца на кепку, это будет пиздец.
Он выглядит так, таким огромным, когда... Боже, ты красивый, ты хороший. Я очень надеюсь, что он покакает Несквиком на нас всех здесь. Ой, Узей, и меня мы нюхаем, и меня мы нюхаем. А ты что такой? Тетя, кепку снимаешь на меня, да? Он бодаться будет? Он может бодаться? Он с меня кепку. Может? Тихо. В смысле? Подожди, алло. Нет, 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 нет. Тут его очко. Не сри, пожалуйста. Оно может раскатиться все. Ой! Ты шерстяной, слушай. Ну, стой. Тихо, не бодайся. Пожалуйста, только не бодайся. Я тебя прошу. Ай, щекотно. Целоваться лезет. У него яйца и очко прямо смотрят на меня. Блин, я не могу. Он ест твои волосы. Не надо есть мои волосы. Не ори. Ай! Не хватит! Ай! Стой. Ну все. Он за волосы его лем. Он откусил ему волосы. Он откусил волосы. У него во рту волосы Макса. Ты лысый. Зеркало лысый. Макс, прости. Вот чего я боялся, то и произошло. Пострадали волосы. Козел не был таким страшным. Но просто когда уже пошел ущерб, я понял, что сидеть здесь уже невыгодно. И просто я подумал, что я лучше уйду и останусь при своем, нежели чем уйду с деньгами, но без волос, да. Вот. Я могу влезать? Нет. Ну, точнее, конечно, ты можешь, ты победил. Ура! Я тебе дам 50 тысяч, но у меня предложение. Давай так, сейчас будет еще один доп-раунд, и если ты продержишься, то я надеюсь, что наши подписчики, мои подписчики, подпишутся на твой Twitch-канал. Если ты покажешь мужика, они такие, ого, нихуя себе, сударь, мужик. Ты меня видела вот сейчас? Вот, это самое время показываю мужика, ребят. Но я думаю, мы удовлетворим зрителя, то, что ты еще один раунд покажешь нам, насколько ты смелый. Тогда... Ну ладно, let's go, давай, все ради контента. Давай, потерпим еще чуть-чуть. Ну что, готов? У него что-то в блюде опять. Ну не тряси, ну что ты там? Ставь. Поехали. Ой, ненавижу этих, блядь, они шипят еще. Отойдите, отойдите от меня, не надо мне. Нет, я напрошу тебя, я напрошу. Фу, я знал, что это будет. Я их боюсь. Блядь, уйдите от меня. Нет, на меня сел. На меня. На тебя сел? Я напрошу тебя, не надо. Прошла минута. Стой! Я ненавижу, блядь! Ненавижу эту штуку! Они шипят еще! Я тоже не могу успокоиться! Все, 15, 14, 13, скорее! Все ради тысяча! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, все, вылазь, вылазь! Блин, полу! Я больше никогда к тебе не приду. Вы же подпишитесь, пожалуйста. Ну что, Никита, вот твой выигрыш. Это мои деньги, это не ваши бабки. Вы должны получить удовольствие на них. Уходи. Все. Поздравляем еще раз. Ты красава. Я забрал. Ну, действительно, он показал мужика, он выдержал 2 минуты. Я считаю, что вы должны подписаться на Twitch. Сударь, если вы еще не подписаны. Ну что, надеюсь, вам понравилось это видео. Ну, а мы погнали снимать новое видео. Ну, а пока...